180 граммов шоколадного счастья и Швейцарию упаковано в картон, а потом фольгу. Цена довольно высокая, но иногда можно себе такое позволить, например, в праздник 8 марта или ранее к Новому году. Является натуральным по составу, хотя сахар на первом месте это точно не для меня. Поэтому считаю, что он приторный слегка, при этом нежный, с большим количеством орехов, что многим понравится, и главное, цельный. Ломается с большим трудом и не на равные части. Цвет светло-коричневый, с бронзовыми вкраплениями, слегка приятный. Собственно, рекомендую всем любителям сладостей и не только. Можно в прикуску с чаем, кофе или молоком. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки или дизлайки, ну как пожелаете. Всем пока!